Тема 698. Брелок с авокадо. Жаль, что в школьные годы нас не учили креативу. Мы тогда умели бы придумывать интересные вещи, которые с удовольствием покупали бы пресыщенные обилием товаров люди. Оригинальные брелки делает из полимерной глины жительница города Николаев, Украина. Сам плод выглядит очень натурально, да еще идея подарка оригинальная и со смыслом. И поэтому такие брелки у украинки очень хорошо покупают люди самых разных стран, и американцы, и мексиканцы, и немцы, судя по отзывам. Рукодельница продала уже несколько сотен таких брелков со страницы своего магазина ece.com/shop/agaciore. Не знаю, она ли автор идеи подобного подарка, или... Подсмотрела у кого, на ece некоторые рукодельники тоже продают подобные брелки, но по качеству исполнения они значительно проигрывают украинке. Как научиться креативить? 1. Смотреть, что делают другие, подмечать интересные идеи или ощущать зарождение в себе новых идей после просмотра чужих изделий. 2. Соединять между собой разные вещи, например, брелок и жвачку. 3. Соединить в своем творении и персональный подарок, и полезную вещь, например, открывалку. 4. Или вообще сделать брелок из мусора, но чтобы он выглядел прикольно. 5. Можно каким-то образом расположить на брелках известные лица. 6. Или воззвать к святому, любви к родине. 7. Или просто запереться в уединенном месте, забыть обо всех своих проблемах, расслабиться и ждать голоса свыше. Все это работает. Только не надо забывать и про техническое исполнение своей идеи, делать качественно и в срок, отвечать на запросы покупателей, продумать симпатичную упаковку, сделать эффектные фотографии. Подпишись на канал «Идеи домашнего бизнеса» и жми колокольчик для уведомления о действиях канала.